Подпишись на канал. Друзья, добро пожаловать на Game Studio. Зовите меня Джекман, и мы продолжаем проходить третьего Ведьмака. Итак, у нас в Келлиге осталась последняя доска объявлений. К ней мы и сейчас пойдем. Только вот где дорожный указатель? А, он левее. Деревня Ларовик. Тут еще два восклицательных значка есть. Значит, сначала восклицательные значки, а потом уже доска объявлений. Торлейф. Ну давай рассказывай, что у тебя, Торлейф. Вы... ведьма. Я правильно понимаю? Ага. Да, для меня есть работа. Если только согласитесь. Рыщет тут какое-то чудище в округе. Аж страх за окольцу выходить. Что за чудище-то? Разные говорят. Бабы, когда вечером сети чистят, говорят, что Кощей-то или Мантикора. Да, я так думаю, здорово все это. Мы бы спросили у жриц Фреи. Только до святилищ не доберешься. И никто это чудовище не видел? Хотя бы издалека. Видели, конечно. И сблизи, и совсем близехонько. Только живыми не уходили. Я сразу говорил, что с чудовищами обычный человек не управится. Ну, зверь уперся, дружину собрал, и четверо их вернулось. Остальных тварей-то порвала к востоку от деревни. Ну так как, поможете нам? Да, я даже торговаться не буду. Я займусь этим чудищем. Для вас это не впервой, сразу видать, не то что наши. Горячие головы, а никакого разумения. А где мне найти четырех уцелевших воинов? Хотите со Сверей поговорить? Может и правильно. Вон они там сидят, у хаты. Было бы прикольно, если бы это был Кощей. Тогда бы нам пришлось искать яйцо. Ну, потому что смерть Кощея в яйце. Каспар? Мне же нужен Свера. Какой еще нафиг Каспар? А, вот Свера. Вот ведьмака спроси. Он тебе скажет, что чудища ловушек не расставляют. Что случилось? Ну, слыханное ли дело, чтоб чудовище дорогу телегой загородило и ждало затаившись рвать его мать? Они ж нихера не смыслят! Смыслят, не смыслят, а этот двоих наших разорвал на клочки, а мы бежали как крысы, а ведь им погребение полагается. Ну и правильно делали, что убежали. Че, оставаться и умирать, что ли? Вы правда думали, что у вас получится? Что вы сами справитесь с этим чудовищем? Надо же было попробовать! Кто, как не мы? Думаете, на Ларвик ведьмаки каждую неделю заезжают? И то верно. Может, расскажете, что произошло? А ты спрашивай. Вы запомнили, как выглядело это чудовище? Темно было. Каспар выдумывает, будто что-то там видел, но... А я видел. Здоровый был, а морда у него вся кровью заляпана. Унги он почти что напополам когтями распорол. Почему Каспар показывает на сферы и говорит, Каспар видел? Тут, походу, локализаторы имена попутали. Где вы попали в засаду? Недалеко отсюда, на дороге к Лафотену. У леса тракт загородили телегой.
Мы едва подойти успели, как что-то зашуршало по подлеску. И ух! Мне глаза кровью залило. Пока протер, смотрю, а Эйнар лежит мертвый. Интересно. Спасибо. Это за что же? За инфу, дружище, за инфу спасибо. Так, отыскать место засады. Итак, что у нас получается? Тварь разумная, здоровая, когтястая, может человека разорвать на куски. Морда заляпана кровью. Поговаривают, что это может быть Кощей. Скорее всего, это какой-то разумный альгуль или гуль. Одного такого мы уже встречали в первом Ведьмаке. Но тот был миролюбивый. Он доставал тела из могил и поедал их. На живых не нападал. Мог разговаривать. Ты чужак. Думай, куда идешь. Это вы думаете, как вы ходите, блин, друг в друге прям. Короче, у нас очень агрессивный, хитрый, разумный гуль. Так, второй восклицательный значок вон там вот. Надо будет не забыть заглянуть туда. Телега. О. Нехило он так разорвало, конечно. Что-то действительно разнесло его на куски. Похоже на кровь, но... Это красная глина. Красная глина? То есть лицо было не в крови, а в красной глине? Что за тварь тогда получается? Которая мажет себе лицо красной глиной. Мало что осталось. Звери утащили растерзанное тело в лес. Похоже, накерами управляет какое-то разумное существо. По крайней мере, оно умеет ставить примитивные ловушки. Какой-то разум... Хагумбман? Исследует место засады, используя ведьмачье чутье. Что еще за Хагумбман? Какое-то разумное существо управляет накерами. Знаете, мне это задание... Какое задание напоминает? Которое совсем я недавно выполнял. Самый опасный преступник Скеллиги. Следы ведут в лес. Там тоже вначале все указывало на накера, но в итоге это оказался не накер. Пойди еще эти следы ведут в пещеру какую-нибудь. Пещера. Хорошее место для гнезда. Так, может быть, помедитировать, а? Тут ядовитое испарение. А у меня есть против этого дела. Вот. Все. Ядовитые пары нам теперь никак не навредят.
Лишь бы по дурости случайно факел не достать. Эти ядовитые пары мне сейчас, по идее, должны вообще исцелять. Так, а вот тут вот что? Опа. Ну-ка, втащи мне. Так, да. Ядовитые пары меня... Опа, нихрена себе. А это что такое? А, это, наверное, магия сработала у меча. Ну, руна точнее. Случилось воспламенение, и вот, все взорвалось. Матеры выработали иммунитет к токсинам, и теперь яд защищает их гнездо. Умно. Ну, я тоже выработал иммунитет к токсинам с помощью Иволги, конечно. И теперь яд восстанавливает мне здоровье. А вот тут уже токсинов нет. Можно достать факел. Да зачем? Блин! У меня бомба была выбрана. Блин, зря потратил. Трупак. Наконец-то. Главное гнездо. Так. Токсичных испарений нет. Можно с факелом смело туда идти. Опа, здорово, народ! Ну, пока разумных нахеров я здесь не вижу. Кажется, у меня появилась компания. А вот и, собственно, Хагубман. Да, это действительно ракер. Только какой-то немножко другой. Ай-я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 й. Блин! Квена меня лишили, твари. Ай-я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 й, Рафарчик. Геральт, не застревай. Ой, больно. Блин, не могу никак прицепить камеру. Так, тут знаешь, что надо? Тут надо. Так где это? А, блин. Так, тварюга вылез. Блин, чуть осталось. Поехали. Вот так вот, хорошо. Есть. Тварь не такая уж и здоровая оказалась. Ниже человека. А они так описывали. Я думал, что-то очень здоровое.
Поэтому я и подумал на гуля. Тут есть какие-нибудь сокровища, нет? Так, тут ничего нет. Факел надо убрать и Иволгу использовать. Сейчас восстановим жизнь. Постоим, подышим ядовитыми парами. Хорошо. Так, надо не забыть про второй восклицательный значок. Он был где-то вот там вот. Вот. Великая и могущественная Фрейя, сделай так, чтобы мы смогли выполнить то, в чем клялись. Дай нам силу, отвагу, быстрые руки и зоркий глаз. Веди. А ты кто такой? Ты что здесь делаешь? Я бы мог у вас спросить то же самое. В таких местах часто селятся трупоеды. Ну да. И они становятся все наглее. Вылезают, даже на живых набрасываются. А мы их перебьем. Очистим шахту своим оружием, своими руками. И покроем себя славой во имя наших отцов. Ой, дураки. Я ведьмак. Мог бы пойти с вами. И забрать у нас славу? Как бы не так. Зачем вам слава, если гули будут голодать ваши кости? Ну, в общем, может, ты и прав. А, ну ладно. Тогда иди первым. Ты и эта ведьма Йеннифер! А давай я один пойду, а? Не ходите со мной. Эй, а ты куда? Сейчас сдохните. Так, не подходите, мужики, к ним. Не подходите, говорю. Воняет труса. Отойди. Наш тур! Смерть, смерть! С удовольствием смотрю, как ты сдохнешь. Так, ну мужики пока держатся вроде. Там еще кто-то есть. Мужики, не идите вперед. Воняет трус. Воу-в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 оу. Альгульчик. Этот последний. Надо вытащить оттуда труп и сжечь. Другие гули не побрезгуют мертвыми товарищами. Правда? Хорошо, что ты с нами пошел. Видно, тебя хранила Фрейя. Мы тебе до гробовой доски будем благодарны. Благодарностями все разбрасываются, а вот деньгами не то чтобы. А, ну да, верно. Прости, мы все еще не отошли от схватки. Как ты их рубил? Возьми вот. Спасибо, всего доброго. Красивые мечи, но по мне лучше добрый топор. Пусть твой топор никогда не затупится. Так, 60 крон дали. Да, конечно, мужикам очень повезло, что рядом пробегал ведьмак. Уважаешь наших обычаев! Ты и эта ведьма Йеннифер! Я иногда этих NPC не понимаю.
то они мне задницу лижут, всякие там дифирамбы поют. То начинают агрессивно орать. Прямо ругать, порицать. Так, здесь так неплохо лута, да? Все, что... А, вот еще есть. Подожди, тут что-то... Ага. Ну тут ничего... Нет, да? Нет, там тоже ничего нет. А думаешь, выпутаешься? Может, и так. Ярлу представьтесь. Он здесь, властный. Ну так что? Поможете нам? Да как бы я уже помог. Убил я ваше чудище. Фрей, милосердная. Сдох, ублюдок, наконец-то. Фу. А теперь рассказывайте. Кашка была. Подлечить вас не надо? Нет, все в порядке. А и правда, человек вы привычный. Непростое ремесло это ваше ведьмачество. А вот и награда. Пожалуйте, это вам. Спасибо, будь здоров. Он здесь властвует. Ну вот и все, да? Можно приниматься за объявление. А, давай-ка сначала скажу купцу. Продам ему весь... 390 заплатил? Нифига себе. Это больше, чем за дракона. Смотришь за моими детишками. Ну, дракона в кавычках. Ну, помните, да, когда я выполнял задание «Дракон»? Как мне мало за него заплатили потом. Приветствую. Что хочешь купить? Приветствую. О, сейчас поторгуемся и поиграем в гвинт. Покажи мне свои товары. Деньжат у него немало. Вот это сразу покупай. Вот это покупай. Вот это тоже покупай. Вот это тоже. А вот. Чего? Какие-то галоши мощнее, чем мои крутые сапоги. Но я их все равно продам. Так, что еще продать? Тик-тик. Ага. Деньжат у него не хватает. Так, это оставить. Меч из Серебряного города. Ага. Все, что ли? Ну-ка. Чу. Я ему больше ничего не могу продать, да? Блин. Не, меч из Серебряного города я не буду продавать. Вот эти вот сапоги продам. Башмаки из кожи накера. Давай от них тоже избавлюсь. Нафиг они мне нужны. Ну, собственно, и все. А, подожди, а что у него есть на продажу-то? Ничего. Давай.
Я хочу сыграть в карты. Дети! Нильфгардцы гребаные! Противник ходит первым. Так, дудочник, дудочник. Вот этого сразу меняем. Эй, а чё? Дайте мне шпиона. Во! Отлично. И чем сходить? Что-то прям все жалко выкладывать. Вообще все жалко. Ничего не хочу выкладывать. Ну на. Вот козлина спасовал. Пасанул, гад, пасанул. А, ну, чё тогда? Давай вот так вот сделаю. Интересно. Интересно. Ну, у меня также есть, конечно, но... Все равно. Немножко напрягает меня это. Лишь бы у него не было шпиона. Или воскрешалки. Вот блинский, а. Так, у него погода. Ага. Блин, надо было дудочника наверх ставить. Чё это я тупанул-то? Не продумал. Ну ладно, все равно он проиграл всё. Он проиграл. С неплохим таким, кстати, отрывом. Фух. 20 крон и Асире Вар Анагуд. Ладно. Чё за хрень, не знаю. За у него раскосы. Похоже, зериканец. Я еще хочу... Ладно, потом, подожди. Давай сначала доска объявления, а потом уже кузнецу пойду. Это его новая пленница. Курганов там больше, чем людей. Рагнарёк, Рагнарёк уже близко. Точите мечи. Упражняйтесь в боевом искусстве. Победите свой страх, когда пропоет золотой петух Камби. Когда восстанет Химдаль. Когда мост Радуга откроется перед великанами. Сыновья и дочери Скеллиги должны быть готовы к битве. Ищу учителя для дочери. Кто научит мою дочь стрелять из лука? Девушка уже неплохо обращается с мечом и копьем, но с луком беда. Раньше глаз себе выбьет, чем в цель попадет. Хемингур. Смерть Гардара. Гардар, сын Хакона, погиб в последнем набеге. Ему в грудь попали 3 стрелы, но он успел раздавить руками голову лучника, прежде чем испустил свой последний вздох. Его тело покоится под курганом черной земли. Его душа уже пирует с предками. Поминайте его иногда
чаркой меда. Дурута. Приказ ярла. Тот, кто заметит нильфгаардский корабль на горизонте, должен вернуться и доложить мне. А не плыть на него в одиночку. В водах островов все общее, и мы будем вместе его грабить. Донор Ан Хиндар. Набег на запад. Эй, народ, с началом Ламаса отплываем на запад вместе с Гертиром и Финбьорном. Старики говорят, что там ничего нет, только бескрайнее море, кракены и змеи. Но я такой человек, что если своими глазами не увижу, то не поверю. Если по нраву приключения, то у нас еще есть пара свободных весел. Лейф. Заказ Моркварг. Сыны и дщери Фрей. Еще год прошел с тех пор, как Моркварг начал терзать рощу. Подожди, так мы это сделали? Мы убили Моркварга? Ну это оборотень, который. Я его сначала расколдовал, а потом убил. Ну за то, что он козел. Не лгу, жизнью клянусь. Пятеро их было, железом обсуждено. Все, что ли? Выдонос. А никто же не знает, что на Фрей не клянусь. И смотрит. Я здесь, в Скеллиге, выполнил все задания. Вот это украшение! Ярлу представьтесь. Он здесь властвует. Ну, то есть я помог здесь всем, кому можно было помочь. Остались только вопросительные значки и все. Ну и всякие там скачки. Кулачные бои. А нет, подожди, кулачные бои все, тоже я выполнил. Остались только скачки. Тоже был такой бледный, а потом умер. Я все сделал здесь. Вот, только вопросительные значки и все. Очень много. Блин. Как бы и хочется их все пооткрывать. И лень. Потому что большинство из них это просто надо плыть и достать какой-нибудь ништяк, и все. Но что-то из этого может быть что-то интересненькое, сюжетное. Блин. Так. Ладно. Это что такое? А, это я как раз-таки метку поставил. Здесь скачки. Братья по оружию Скеллиги. Ну, это основное задание. Дух свободы, собрать книги. Я вот это вообще не понимаю, что делать, как делать. Скачки, 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 скачки. Ведьмачьи заказы. Можно вот всякие эти сокровища поискать. Ну, то есть, ведьмачьи древности, например. Ниточка за иголочкой. Идти по карте и найти сокровище. Жемчуга побережья. Использовать мачучу, найти сокровище на дне моря. Геральт нашел ключ и карту, указывающую на некое место на острове Артскеллиг. Хотя находка вызвала у него саркастическую усмешку, ведьмак решил проверить, что же за сокровище спрятаны в месте, указанном на карте. Да, что за сокровище? И где это? Я здесь уже был. В этих краях я был. Вот здесь вот был. Здесь я беса убивал. Пошли в деревню Ферлунд и оттуда. Ладно. Глаза у него раскосые. Похоже, зверик. Навигатор. Ну-ка, не тупи. Мы здесь чужаков не любим. Вот навигатор меня опять обманул, да? Чё ты? Чё ты здесь делаешь? А? Чем ты тут занимаешься? Просто пару а, понятно. Махать, а? Да я всем, чем попало, могу махать. Ой, твою мать! Не заметил. Эй, Геральт, давай, забирайся, ты чё? Ну-ка, Геральт, прекращай это.
Ого. Сокровище. Вот, вижу. А, это ведьмачьи древности. Вот, вижу прям сундук. Ну, давай, 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 давай. Давай, скажи свои. Давай, скажи свои эти слова. Здесь нужно осмотреться. Ну, говори давай. Ну, ладно. Я и так уже вижу, вон где. Эм-забада-бада. Перчатки следопыта. Где? Не, подожди, 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 подожди. Это не ведьмачьи древности были. А значок все, больше нет. Серьезно? Ладно. Там, где значок ведьмака, там должны быть чертежи какие-нибудь. А тут просто перчатки следопыта. Это как-то непонятно. Ну ладно. Давай, не то. Жемчуга побережья. Ой. Это куда мне это надо? Ой-ой-ой. Маяк Эльберг. От маяка идти или как? Ну да. Самое ближайшее это через маяк. Где там? Ну там опять на меня будут нападать гарпии эти гребаные. А я просто убегу и все. А ты дрался с драконом? Когда я вырасту, ну, стану жрицей. И не надо идти замуж. Ой. Кстати, как тут дела-то вообще у народа? Все спокойно? Это за ним должно быть, Ярл. Тела до сих пор не убрали, что ли? А? Эй, Свен. Я за тобой слежу. Я вот всегда думал. И что вы тут прямо будете стоять до тех пор, пока они не сгниют и не... великаны. Не знаю, там... ну, не исчезнут, ну, не растворятся. Вы их похороните уже, а? Сколько дней-то уже прошло? Пустой топор никогда не запутается. А где дорожный указатель-то? Блин. Не туда пошел. Да куда ты? Чё-то я туплю. Чего? Ну вот. Гарпий. Ну не хочу я с вами драться, ну. Вы здесь всегда появляетесь. Поэтому смысл вас убивать. Меч об вас зря только тупить. Да успокойся, Геральт. Да иди, беги, говорю. А, силы у тебя кончились, что ли? Давай в дом зайдем, там спрячемся. А в дом и не зайдем. Все, отстали. Я четко помню, что здесь была дыра. Походу, в обновленной версии залатали эту дыру. Осторожно. Можно случайно свалиться куда-нибудь.
мать родила, раз и подыхать! Стойте! Рак, закрой! Иди, иди сюда! Все, улетел. Насмерть, нет? Да блин, как ты выжил-то от такого падения? Так, Геральт, ну-ка прекращай баловаться. Почему автолут не всегда срабатывает, я не понимаю. Непорядок. Сокровище. Вот, нашел сокровище. Делов-то. Ну и там труп. Флоренчиков немножко нашел. Хорошо. Ой, сейчас обратно бежать к этим гарпиям. Ой, красота-то какая. Я что-то слышал, какой-то крик. Ты посмотри, какая красота. Ну да, придется к Мейку бежать. Так ближе всего будет. Вот, слышишь? Это киты. Это голос китов. Придется их перебить, иначе я не смогу активировать дорожный указатель. Ну давай. Еще подохнуть сейчас, блин. Да аккуратней. Тихо. Да куда ты, Геральт, бьешь? Вот же надо было добить, дурачок, блин. Бесишь иногда. Вроде взрослый мужик, блин. Опытный. Куда-то в воздух бьет, там прям видно было добить. А он нет, давай, короче, кислород херачить. Все, вот здесь вот я остановлюсь. И... уже к следующей серии я буду решать, вопросительными значками заниматься или основной сюжеткой. Ну а сейчас, друзья, надеюсь, вам понравилось. Если вам понравилось, то обязательно ставьте лайк. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь, комментируйте, нажимайте на колокольчик. Эти ваши действия очень сильно помогут развитию канала. А с вами был Джекман. Желаю всем всего самого наилучшего. До новых встреч.